Так, здравствуйте, коллеги. Не успел включить микрофон, извините. Приветствую вас на ежедневном нашем обзоре «Актуальный тренд Wall Street». Так, со звуком у нас все должно быть с вами отлично. Вот, микрофон подключен. Поэтому, если вы меня слышите, если вы меня видите, картинка у нас хорошая, звук также. Пожалуйста, отпишитесь в чат, чтобы я понимал, что звук и картинка у нас с вами есть. Вы меня слышите, мы можем с вами общаться. Вот, то есть, если такие параметры у нас присутствуют, пожалуйста, отпишитесь в чат, чтобы я понимал, что все у нас окей. Также напоминаю, что самый оптимальный вариант просмотра нашего с вами курса — это после того, как вы зайдете в свой личный кабинет, да, то есть можете отписаться в чат, поздороваться со мной, я с вами в том числе, вот, задать вопрос и обсудить какую-то идею, либо какой-то вопрос, который есть у вас по поводу финансовых рынков, да. Соответственно, ожидаю от вас ответов, да, вижу, первый, так сказать, пошел. Здравствуйте, Сергей, все, можем с вами постепенно начинать. Здравствуйте, Владимир, все, отлично. Итак, переходим с вами к нашим с вами финансовым рынкам и непосредственно к инструментам, которые мы обсуждаем. Сегодня буквально на открытии нашей одной из сессий мы резко нырнули. Так, секунду. Итак, доллар у нас на сегодня резко ушел вниз, да. Ранее сформирован у нас был сопротивление по верхнему уровню. Сейчас мы его успешно преодолели, да, ближайшую поддержку и небольшую коррекцию сейчас на закрытии пятницы мы показываем. Спровоцировало все это падение данные, которые вышли у нас буквально в обед, да, по розничным продажам. Они оказались не совсем, так сказать, хорошими и классными, да, для доллара. Соответственно, мы видим вот это снижение, которое у нас началось примерно в 15:30 после выхода этих данных. Вот, соответственно, мы сейчас успешно падаем, снижаемся и небольшую коррекцию в рамках недельного движения с вами показываем по доллару, да, то есть доллар немножко корректируется вниз, да, поэтому на сейчас, в принципе, наша идея о том, что доллар постепенно будет набирать обороты, она, в принципе, сохраняет свою актуальность, да, будем следить с вами за открытием уже понедельника, будем смотреть, как будет разыгрываться у нас доллар, да, в целом на текущий момент, конечно же, больше преобладает динамика в том плане, что доллар дальше пойдет на повышение, да, то есть в целом дальнейший рост и дальше на повышение. Что стоит, в принципе, ну, как бы рассмотреть, ну, то есть, в принципе, пока что на текущий момент и текущую неделю мы с вами будем закрывать плюс, то есть если вернуться на более какой-то старший таймфрейм, да, то мы с вами увидим, что пока что мы вот, у нас получилось все же на этой неделе вырваться с, так сказать, нашего с вами ранее сформированного флета, уже какое-то более внятное движение мы с вами показываем и динамику на повышение также какую-то демонстрируем. Здравствуйте, Наталья. Два дня подряд мы закрывались выше ранее сформированного сопротивления, сегодня нырнули вниз. То есть, в принципе, ожидаемая была коррекция, вот, то есть, ну, нужно было, так сказать, немножко разрядить обстановку. Вот, поэтому в дальнейшем я ожидаю повышения доллара, если снижение доллара продолжится и в понедельник, и мы видим, что мы плавно будем уходить вниз, да, к ближайшим минимумам, тогда, конечно же, это не очень хороший сигнал, да, и, скорее всего, все наши идеи по поводу продаж евро-доллара, фунта или покупок доллара, да, нужно немножко будет пересмотреть либо скорректировать. Пока что наши планы, связанные с покупкой доллара, они сохраняют свою актуальность, да, стоит рассматривать доллар в покупку, и он обладает, в принципе, потенциалом к росту, да. Поэтому текущую ситуацию я больше буду воспринимать как коррекцию, да, небольшое, так сказать, более приемлемые цены для покупок доллара. И буду их, собственно, в них заходить. Ранее по евро-доллару вчера, в частности, взял одну отложку. Даже не вчера, а позавчера. Да, или все же... Нет, все же вчера, да. Была открыта сделка, говорил о том, что в принципе собираюсь постепенно продавать евро-доллар, но уже более аккуратно. Да, сегодня мы производим такую вот очень хорошую коррекцию. В принципе, на текущий день рост еще возможен. То есть, если мы посмотрим по текущей волатильности, она составляет на данный момент порядка 60 пунктов. В среднем евро-доллар динамику в течение дня показывает порядка где-то 90-89 пунктов. То есть, в принципе, еще 20 пунктов роста до конца текущего дня мы можем показать. То есть приемлемые цены, откуда бы я на сегодня смотрел бы продажи, это именно цена 0.940, да, то есть, в принципе, достаточно хороший меняемый уровень, которого можно было бы такую продажу и совершить. Глобально у нас по цене 1.1 стоит хороший опционный уровень, который выше, в
в принципе, пускать наш с вами рынок не будет, да, и актив не должен повышаться выше фигуры 1.1. То есть выше 1.1 фигуры это уже будет хорошая продажа, и с этого уровня можно активно набирать шорты. Я не думаю, что в целом, что у нас получится туда выйти, да, на текущий момент более, конечно же, сохраняя свои взгляды на понижающуюся динамику нашего с вами евро-доллара, да, и, конечно же, буду присматриваться к продажам. Текущее повышение я больше рассматриваю как, знаете, поход к более высоким ценам, в рамках которых можно, в принципе, будет допродать. Поэтому на сегодня где-то около фигуры 0.9.4, да, возле этого ценового уровня 1.09.4 я буду присматриваться к продажам, то есть если будет заход туда вверх, буду, собственно, оттуда добирать шорт, да, и оттуда буду смотреть сделки на продажу. На покупку пока что, думаю, нет, пока что шансы, так сказать, на покупку у нас достаточно ограничены. Неделю в целом мы закрываем в минус по евро-доллару, да, от начала до конца. Все движение на протяжении недели у нас было такое яркое, плавное, нисходящее движение. Как видим, у нас здесь сформировалась новая зона поддержки. Давайте ее отметим. Она у нас находится по цене 0.8.41, да, и вот это наш ближайший, так сказать, ориентир в плане поддержки. То есть если мы будем опускаться и говорить о каких-либо начале хорошего тренда, то есть когда мы ее сможем пробить, закрепимся ниже нее, тогда однозначно будет уже идти более такая взвешенная хорошая динамика по евро-доллару на снижение. Да, пока что в принципе плавно рекомендую набирать шорт, да, но существует потенциал того, что мы можем прыгать в сторону 1.1. Да, это нужно как бы понимать, да. Такая коррекция может быть, мы можем, в принципе, дополнительно уходить к цене 1.1, но я не думаю, конечно же, что есть резон туда уходить. Если будем, посмотрим, как мы будем там торговаться, возможно, скорректируем наш сценарий. Вот, но в целом выше в сторону фигуры 1.1 подниматься не должны. Сейчас, соответственно, на данный момент формирую продажи. Вот первую точку для продаж вижу от цены 1.0941. Выше где-то буду допродаваться по цене 1.0985, где-то примерно здесь. Вот, соответственно, такие позиции буду набирать. Первое это тестовый, небольшим объемом зашел. Позицию удерживаю, в принципе, в ней сижу, я ожидаю дальнейшего снижения по евро-доллару, вот, и как минимум в сторону, как минимум под седьмую фигуру, то есть, в принципе, я в лагере шортов, да, то есть я за то, чтобы евро-доллар продавать, и в целом смотрю евро-доллар именно на продажу. Вот, такие, в принципе, идеи именно по евро-доллару. Если мы посмотрим по фунту, то, в принципе, ситуация, как и раньше, она не изменилась, все как и раньше. У нас присутствует локальная поддержка на уровне 0.8.60, эту поддержку мы с вами пробить не можем, возле нее мы торгуемся, как видите, сегодня она для нас тоже определенное основание делает, да, выше него мы торгуемся и его пробить не можем. Глобально хорошую продажу я вижу как минимум выше 1.3, да, то есть выше цены 1.3 по фунту. Соответственно, если будем заходить туда, тогда уже можно говорить о продаже. Сейчас я не вижу какую-то хорошую, внятную покупку либо продажу, то есть внутри дня от этих уровней 1.0860 можно смотреть локальные покупки с небольшими стопами и тейками, да, или от 1.2981 продажа. Так, так, Александр, Максим, пока далеко не ушли от индекса доллара. На недельном графике, если будет свеча поглощения, значит ли, что на следующей неделе пойдем по нему? Начнем подъем по нему. Значит, смотрите, еще раз по индексу доллара. Если мы в момент сегодня у нас произойдет разворотная фигура, да, то есть вы имеете в виду поглощение всего вот этого снижения, да, вот этой всей вот нисходящей динамики, тогда да, конечно же, я полностью с вами согласен, у нас шансы на рост резко возрастают. И если мы закроемся еще выше нашего с вами уровня 99.46, но, Александр, это то как раз таки, о чем вы говорите, о том, что мы будем постепенно дальше идти вверх. Да, соответственно, это правильно вы говорите, все верно. То есть, если мы сейчас поглотим все это снижение, то есть будет свечка в обратную сторону и закроемся как минимум выше 99.46, да, однозначно, чисто даже по стандартным базовым свечным моделям, дальше в рост, дальше. То есть шансы на рост, конечно же, резко у нас возрастут. И я думаю, скорее всего, этот рост у нас в дальнейшем будет продолжаться. То есть, если мы говорим с вами об этом. Да, то есть, если я вас понял, да, Александр, вы правильно мыслите, в сторону повышения будем с вами двигаться. То есть, да, вверх. Вот
то, что, думаю, ответил на ваш вопрос. Значит, по фунту, в принципе, ситуация ясна. Локально, в принципе, два уровня у нас сохраняют, так сказать, пока что свой потенциал. 1.2860, 1.2981. Возле них мы, соответственно, торгуемся. Не скажу, что это глобально мощные уровни. На них сконцентрирован, ну, не такой, там сказать, существенный объем, который, в принципе, мог бы как-то изменить ситуацию. Но в связи с тем, что фунт торгуется во флете, в принципе, от них можно работать и от них какие-то позиции набирать. В целом, пока что по фунту нету внятной ситуации. То есть я вижу шорт, но по более приемлемым ценам, соответственно, пока что в сделку я и не захожу. Следующая валютная пара – это австралийская валютная пара доллар-иена. Вчера, когда на 4-часовом графике прочертили с вами мувинг, нужно было немножко уточнить ближайшую поддержку. Она, ранее я вам говорил, находится по цене 113.46. Сегодня посмотрел по опционным уровням. Ближайшие уровни поддержки у нас находятся по цене 113.2. Давайте сместимся. Вот 113.2. Так, давайте более точно. 113.2 и вот наша с вами зона и 113.3. То есть две ближайшие поддержки, которые на данный момент работают. И я думаю, в ближайшую неделю, в принципе, будут немножко притормаживать рынок. То есть ниже них мы пока что не должны уходить. Если будем закрываться выше двух наших уровней, 113.2, тогда, безусловно, продажа и, в принципе, ситуация в плане соотношения покупателей и продавцы смещается в сторону, конечно же, наших с вами продавцов. Поэтому на текущий момент я, конечно же, за то, чтобы прикупить, да, валютную пару доллар-иена, а именно от цен 113.3 и от 113.2. То есть примерно в этом диапазоне можно взять позицию. Я кину отложку, вот зайду, посмотрим, как реализуется сделка. Так, давайте... С небольшим стопом, где-то около 20 пунктов, в принципе, будет вполне нормальная ситуация. Вот, такую сделку, в принципе, впрыгиваю, посмотрим, как будет реализоваться. То есть, в принципе, шансы на ее реализацию остаются. Опять же, тейк-ток также будет небольшим, где-то примерно пунктов 30, вполне будет приемлемая позиция. Вот, такую сделку, в принципе, формирую, посмотрим, как мы будем закрываться. Если говорить о волатильности, то... На текущий момент по текущим ценам прошли мы всего лишь 52 пункта, да, если говорить о минимуме, то всего лишь 63, то есть в принципе потенциал на снижение у нас остается, поэтому эту цену внизу вполне спокойно на сегодня могут и протестировать, да, поэтому смотрите внимательно за ценами 113.3, 113.2 до конца текущего дня, если будет подход, можно присмотреть собственно покупочки по валютной паре доллар-иена. Вот, шагаем с вами, да, продаж пока что лучше не стоит делать, да, то есть ближайший уровень для более-менее внятных продаж, но будет находиться где-то возле уровня 114.3, то есть возле ближайших максимумов. До этого момента я не вижу какой-то более-менее хорошей пока что продажи, да, по валютной паре австралийский доллар-иена. Следующий наш актив – это австралийский доллар. Сегодня проанализировали ситуацию. У нас буквально недавно открылись опционные контракты новые, да, свежий объем зашел. Соответственно, новые опционные уровни. Немножко нужно было бы их перерисовать. Вот, соответственно, сейчас прочертил вам более внятную ценовую фигуру. Она у нас будет, наша с вами поддержка, находиться по цене 73.45. Буквально сегодня утром пересчитал все, да, да, верно, все точно. То есть, как видите, примерно до конца следующей недели она будет сохранять свою актуальность. Еще в дальнейших с вами обзорах мы, возможно, немного будем ее корректировать. Да, на текущий момент она сохраняет свою актуальность. От нее можно смотреть покупки и от нее, в принципе, стоит работать в покупку. Опять же, с небольшими стопами, то есть ориентиры здесь не будут космическими. Это не будет какой-либо хороший сильный разворот. Да, пока что она на данный момент сохраняет свою актуальность. На этом уровне сконцентрировано порядка 1500 контрактов, что достаточно весомый объем для австралийского доллара, поэтому от этого уровня вполне спокойно можем увидеть какую-то хорошую, более-менее внятную коррекцию. И я думаю, в принципе, до как минимум 3-4 подходов этого уровня хватит. Да? То есть в случае, если будет сильный напор доллара и будет отсюда, соответственно, ну, где думаю, в принципе, на 3-4 подхода хватит этот уровень, чтобы этот напор доллара удерживать. Да? Поэтому от этого уровня рекомендую вам смотреть покупки. Стопы небольшие, не стоит ставить там по 20, вернее, по 30-40 пунктов стоп. В принципе, до 20 пунктов вполне приемлемая сделка будет. Вот. Поэтому рекомендую присмотреть и обратить свои взгляды именно на цену 73.0.73.45, да, и от нее, в принципе, смотреть покупки. Вот, в принципе, на данный момент тренд на понижение у нас
имеет доминирующее значение. Как видите, мы успешно летим все ниже, ниже, ниже. Вот, поэтому любую коррекцию, а именно вплоть до 74.46, я бы вот от этого уровня и присмотрел бы продажу. То есть от цены 74.48, 74.46, да, можно, в принципе, и присматриваться к продажам. Пока что, в принципе, тренд у нас нисходящий, и как минимум в сторону 72 фигуры мы имеем все с вами шансы снижаться, да, то есть как минимум в эту зону, так, давайте удалю лишний уровень, вот, как минимум к следующей нашей зоне мы вполне успешно можем подходить и ее тестировать, да, поэтому потенциал к снижению остается, как мы видим с вами, доллар пока что набирает обороты, да, посмотрим, как мы будем закрывать в пятницу, возможно, под конец сессии, да, мы резко развернемся, будет поглощение, что очень часто бывало, да, поэтому, в принципе, по австралийскому доллару остаемся более бдительными, да, мы находимся возле опционного уровня 0.7345, но опять же, это локальное сопротивление, глобальный тренд на понижение, да, и скорее всего в ближайшее время, то есть через 3-4 подхода, а подходов уже было как минимум 2, то есть еще как минимум 2 подхода, и я думаю, мы успешно этот уровень пробьем и пойдем дальше вниз, вот. Поэтому обращайте свое внимание на данную с вами фигуру. В частности, очень хорошая сделка может быть и по австралийскому доллару. Так, по золоту с вами дальше не показываем, вернее, на сегодня небольшую коррекцию. Да, небольшой откатик сегодня, в принципе, золоту позволил сделать доллар. Да, мало того, что мы стояли все эти дни во флете, да, а именно вчера, позавчера, да. Поэтому доллар, в принципе, в момент, когда он ослаб, дал золоту немножко показать более-менее какую-то внятную динамику. Но опять же, смотрите, в тот момент, когда у нас доллар резко падает, да, ну, достаточно хорошее значение, золото в этот момент показывает коррекцию, но она не столь значительная. То есть, в целом, мне это говорит о том, что тренд на понижение у нас с вами сохраняется. И для тех, кто более агрессивный, можно, в принципе, и присмотреть продажи. От ближайшего уровня, ну, ближайших максимумов, вот этой вот зоны, которая была раньше, так, давайте старое поудаляю. Она уже не несет в себе какой-либо смысловой нагрузки. Вот, от 12.34 зона у нас 12.36. То есть, в принципе, с этой зоны можно присмотреть продажки. Опять же, с небольшими стопами, там 2-3 бакса вполне будет адекватный стоп. Либо добавьте авточертист и с его помощью отфильтруйте волатильность и поставьте стоп, да, на границу волатильности. То есть, в целом, потенциал на снижение, я считаю, у нас продолжается, да. И как минимум в сторону 1200, я думаю, мы с вами стремимся. То есть, к этой зоне мы имеем все шансы идти, да, и я думаю, постепенно к ней мы и подойдем. Поэтому, в целом, если будет подход и если будет время, я буду возле монитора, тогда, скорее всего, такую сделку я и сделаю. Да, и немножко продам, так сказать, золото с целями туда пониже. Вот, такие, в принципе, у меня ориентиры. Не ожидаю от золота глобального роста с текущих уровней, ожидая снижения и вплоть до 1200. То есть, если бы такая картина была бы на 1200, да, я бы ее рассматривал и расценивал как уже начало формирования разворота. Пока мы не пришли к 1200, я не думаю, что, в принципе, продавец успокоится и постепенно начнет, так сказать, сбавлять обороты. То есть, в принципе, к цене 1200 у нас есть все шансы прийти и уже с этой области уже сформировать какой-то разворот. До этого момента будем все-таки будет преобладать на рынке потенциал к снижению, поэтому рекомендую вам присмотреться больше к продажам, чем к покупкам. Итак, что у нас по нефти? Заходил по нефти вчера, первый стоп выбило. Опять же, по нефти я считаю, что в принципе нужно присматриваться к покупкам. Мы увидели очень хороший, так сказать, разворот. Нас достаточно хорошо откинуло, выбросило вверх, да, даже несмотря на то, что немножко, так сказать, некорректную сделку здесь сделал, да, в момент вчерашней нашей с вами трансляции. В глобальном плане я думаю, что потенциал к росту у нас будет сохраняться, даже несмотря на то, что у нас будут вот такие вот, так сказать, карусели, да, где-то возле этих уровней. Я думаю, что даже если будет коррекция в сторону 46, я здесь буду добирать и буду смотреть туда, ну, в сторону повышения. То есть, как минимум, до конца мая, да, будет однозначно, мы будем торговаться выше 45 фигуры, и потенциал к росту у нас сохраняется достаточно большой. Поэтому я, в частности, смотрю только на покупки. Любое снижение, которое будет, ну, более-менее приятное, да, буду использовать для формирования сделок на покупку. Возможно, добавлю Fibonacci, да, или если увижу какую-то проторговку, какую-то основу, да, от нее буду присматриваться к покупкам, да. Как-то примерно так, такая стратегия. Пока что точных целевых уровней я не могу для вас определить. В частности, вот видел ближайший минимум 47.78. Сегодня добавлялся в него. Часть сделки закрылась по стопу, как видите.
Вот, у меня была открыта сделка, вот она сразу же закрылась, вот, выбили небольшим вот этим вот спайком. Но я думаю, в принципе, я оптимистично смотрю в плане нефти, да, и думаю в целом, что мы будем повышаться, да. Поэтому, если даже выбьет, ну, буду все же добирать, либо перезаходить в сделку, поэтому пока что такая вот идея по нефти. И в целом смотрю позитивно и оптимистично в плане всего этого рынка. Поэтому буду присматриваться к покупкам и думаю, что в целом потенциал на повышение у нас есть. И дальше постепенно будем двигаться вверх. То есть любую модель, если мы развернемся, то есть либо под конец вечера поглотим какой-то рост и дальше про торговку вот эту станем, то безусловно добавлюсь и дальше в сторону повышения буду смотреть и буду сидеть в сделках. Вот такая примерно у меня ситуация по нефти. Остаюсь в принципе в сделках и, так сказать, удерживаю лонг по нефти. Значит, следующий наш актив это S&P 500. Давайте посмотрим, как мы торговались вчера по нашему с вами паттерну. В 16.30 мы открылись по цене 23.94. Я рекомендовал вам активно смотреть за этой ценой. Уже подход был достаточно поздно, примерно в 9:30 мы подошли к цене открытия, буквально перед закрытием рынка, пытались ее пободать, да, но, как видите, ничем это хорошим не закончилось, и уже на ночную сессию мы от нее успешно откатили. Сегодня давайте посмотрим, как мы открывались, как торговались по текущему сегодняшнему дню. Вот, 16.30 мы открываемся по цене 23.91 и вяло текущее снижение у нас происходит, то есть ну ничего такого гениального, особенного у нас на данный момент не происходит, да. Если посмотреть по NASDAQ, то вчерашний уровень мы очень быстро пробили, то есть опять же вспоминаем логику нашего паттерна, то есть если мы подходим и на протяжении там 20 минут мы торгуемся возле этого уровня, то стоит безусловно выходить. Как видим, вчерашнюю ситуацию мы открыли с вами по цене 56.60, примерно в 8 вечера мы подошли и на протяжении 1, 2, 3, 4, 5, как раз таки 25 минут торговались возле нашего с вами уровня. Вот, соответственно, по логике и по правилу нашего паттерна отсюда нужно было сразу же текать, да, то есть выбегать с этого паттерна, так сказать, уносить ноги, да, как видите, сразу же, если на протяжении 20 минут не происходит никакого экшена, нету никакого отката, тогда, скорее всего, его в дальнейшем и не будет. Поэтому, в принципе, здесь было два варианта, либо вы вышли в ноль, либо в небольшой минус, либо просто-напросто закрылись в топ, да. Вот такие моменты бывают, то есть паттерн, он не всегда, так сказать, на 100% себя показывает, но положительное ожидание можно, конечно же, с него выжать. Поэтому, опять же, на сегодняшний день, давайте посмотрим, как мы открылись по NASDAQ. Вот, 16.30 мы открываемся, ну и, в принципе, никак мы не открылись. Вот, открылись мы с вами по NASDAQ. И, как видите, мы просто-напросто торгуемся возле цены. Ни вверх не идем, ни вниз не идем, то есть стандартная средняя динамика и просто возле цены открытия мы с вами болтаемся и на этом как бы все. Ничего интересного, активного у нас с вами не происходит, то есть все как и раньше. Ну, то есть как-то скучновато, поэтому никакой сделки, думаю, по NASDAQ сегодня, к сожалению, не будет. Так, сегодня я очень активно следил за DAX, но даже несмотря на то, что я активно за ним следил, сделки по нему никакой не произвел. Я думаю, вы сами это видите на графике, почему не было сделки. Давайте расширим. Не было сделки, потому что, ну, как вы сами видите, в такой период сделки, в принципе, проводить достаточно сложно. Почему? Потому что рынок флетует, ничего интересного не происходит, мы просто стоим во флете и, в общем, с вами сформировали диапазон в, давайте посмотрим, какой у нас сегодня торговый диапазон, в 36 пунктов, и в нем мы просто-напросто стоим. То есть по DAX и по всем евразийским фондовым индексам сегодня полное затишье. Ничего, никаких новостей таких глобальных, ничего в принципе не вызывает ажиотаж. Все достаточно скучно. В 10 часов давайте посмотрим, как мы с вами открылись. Так, вот наша цена открытия с вами. Я ее сегодня отмечал. До где-то примерно половину сегодняшнего дня, вот наша с вами цена открытия, мы торговались где-то примерно до обеда выше нее. Вот 10.00. Вот 10.00 мы с вами открываемся. Вот наша с вами большая зеленая линия. Вот. И как видите, до конца сегодняшнего дня мы уже торгуемся возле нее. То есть ничего интересного. То есть мне сразу же стало ясно, почему ничего интересного. Потому что мы с открытия возле нее поболтыхались. И вот первый подход, видите, мы его сразу же пробиваем. То есть сразу же выбой такой, вынос такой хороший. И сильно далеко мы не уходим, да. Потом мы торговались ниже, ниже, и потом уже вроде бы пробили, да. То есть в целом это нельзя назвать, так сказать, хорошим трендом, хорошей какой-либо моделью. Почему? Потому что мы просто-напросто с вами стоим во флете и никуда не движемся. Сегодня пытался, в принципе, провести такую продажку по французам, да.
Опять же, смотрим, где мы сегодня открылись. Вот, 10.00 мы с вами открылись. После этого, ну, я видел, в принципе, какое-то снижение у нас с вами есть. Да, ну, как-то вроде бы удерживаем цену открытия, поэтому продался. Да, и, соответственно, после этого получил стоп. И в дальнейшем этот уровень, видите, у нас более-менее держали. Сейчас, в принципе, ну, полный боковик, полный флэт. Мы просто ходим возле цены открытия и не преобладает какого-либо целенаправленного движения. То есть мы просто-напросто стоим во флэте, ни вверх, ни вниз мы не идем, и на этом как бы у нас все заканчивается. То есть ни повышения, ни снижения у нас нету, мы стоим во флэте и никуда не движемся. И на этом как бы все у нас закончено по всем практически фондовым индексам. Такая же самая ситуация и по Евростоку. То есть все скучно, открылись с вами по цене, сегодня отмечал, 36.28, и как видите, мы просто возле нее болтаемся. Ничего не происходит, буквально в нуле все фондовые индексы закрываются, то есть сегодня вообще как будто выходной, знаете. При этом в этот же момент, смотрите, сегодня FTSE, да, очень активную, хорошую динамику на повышение показывает. Сегодня была очень достаточно такая, сказать, хорошенькая сделка по и красивая, по FTSE, смотрите, как мы сегодня открылись, мне это понравилось очень даже, но сегодня у меня был курс по трейдинг централу в это время, поэтому я, как бы сказать, не уследил, да, за этой позицией. Опять же, открылись мы сегодня с вами в 10.00, вот наша с вами цена открытия, вот, открылись в 10.00 мы по цене, так, стоп, надо скорректировать, вот, мы открылись с вами, смотрите, где, мы открылись по 74.02, да, сразу же у нас был подход, где-то примерно в час дня, да, возле этого уровня мы поторговались, примерно, давайте посчитаем сколько, да, как раз таки 20 минут, и сразу же улетели вверх. То есть, в принципе, паттерн, так сказать, внятно, хорошо себя показал, ну, то, что как раз таки то, на чем мы с вами работаем, то есть даже несмотря на то, что раньше FTSE, видите, себя не совсем адекватно вел, сейчас, вот, так сказать, входит в нормальное состояние. Поэтому, в принципе, ну, по паттернам можно было отработать только сегодня. Вот, как видите, у меня первую сделку взяла по валютной паре доллар-иена. Посмотрим, что у нас получится до конца дня, как мы закроемся. Вот, возможно, с небольшим стопом, да, либо получится тейк. Посмотрим, какая динамика будет. Ну, доллар, походу, набирает обороты. Да не, в принципе, стоит. Так, давайте посмотрим. Да, доллар во флате, поэтому, в принципе, возможно, и реализуется позиция по валютной паре доллар-иена. Вот, так, значит, в принципе, по FTSE достаточно хорошая сделка сегодня была. Хорошо получилось, улетаем вверх, все как и раньше. Тренд у нас здесь локально даже очень хороший. Смотрите, если, в принципе, вот так вот будем проводить, то прям как по книжке. То есть все как и надо, да, то есть просто открываешь график, ну, что может быть лучше, да, казалось бы. В рост, летим уже на протяжении всей текущей недели. Поэтому следите за фондовыми индексами. Если там валютная пара немножко вас обижает, фондовый индекс всегда вас будет любить и, в принципе, давать, так сказать, зарабатывать. То есть я зачастую, в принципе, проявляю больше склонность именно к торговле фондовыми индексами, в частности, там, внутри дня и так далее, потому что более легкие, да, более динамичные, то есть они, и не то чтобы динамичные, более равнонаправленные, да, то есть они идут в одну сторону и набирают какую-то цель и идут непосредственно к ней. Помимо этого, лучше и красивее отрабатываются уровни, да, которые там у нас с вами определяются. И, соответственно, легче торговать. Поэтому на первоначальном этапе, безусловно, рекомендую вам начинать именно с фондовых индексов. Так, в целом у меня все. Если у вас есть вопросы по каким-либо вашим сделкам, по каким-либо вашим инструментам, мы можем сейчас, в принципе, это все обсудить, посмотреть динамику, что, где и как. Вот. И, соответственно, если у вас есть вопросы, либо идеи, давайте будем общаться. Я за диалог наш с вами, поэтому давайте будем общаться, отписывайтесь в чат, я буду только за. Так. Так, коллеги, секунду. Да, давайте посмотрим доллар кат. Я уже смотрю, что на протяжении нескольких дней он летит, так сказать, в пропасть. Сам именно канадский доллар. Сколько я помню, валютная пара
доллар CAD уходит в космос. Так, давайте посмотрим. Значит, Форекс, доллар CAD. Так, секунду. Давайте секунду посмотрим за канадским долларом. Вот у нас тут просто зверская динамика. Я, честно скажу, не специалист по канадскому доллару. Я не знаю, почему мы открыли здесь таким вот гэпом, да. Но здесь как бы и без меня явно видно, что космос, да. Что вверх, вверх, вверх и вверх. Но, а, все, у меня график подгрузился. Все, отлично. Это был не космос, это был глюк графика, да, не полностью загруженная история. Смотрите, здесь однозначно тенденция, в принципе, формируется только на повышение. То, что у нас сейчас есть по канадскому доллару, и та ситуация, которая есть между Канадой и Америкой, в принципе, приводит к тому, что канадский доллар постепенно девальвирует. То есть у него нет какого-либо хорошего фундамента, от которого он бы мог бы оттолкнуться, за что-то зацепиться и немножко подрасти. Да? То есть если глобально мы смотрим, да, то здесь однозначно тенденция на повышение. Давим, давим, плавно растем вверх. То есть явный восходящий тренд. Да? То есть по всем минимумам видим, что пока что шансов у канадского доллара нет. То есть глобально тенденция на повышение есть, она сохраняется, и мы движемся, да, постепенно на рост. Вся вот эта ситуация, которая была ранее, весь этот отскок, это, ну, как сказать, это влияние нефти, да, то есть нефть у нас откатилась, да, с тех минимумов, на которых она была, и вот как раз-таки канадский доллар немножко ощутил от этого поддержку, да, после саммита ОПЕК, да, который был в ноябре, и, соответственно, мы видели такую немножко ревальвацию канадского доллара. На текущий момент, в принципе, Канада немножко ослаблена, да, в частности, сложности в торговле с Америкой, как видим, нефть в последнее время немножко подводила, да, Канаду, поэтому это не дает немножко шансов канадскому доллару обрести какие-либо силы. Поэтому мы видим такой затяжной нисходящий тренд, который еще с марта месяца у нас начал. Если вернуться к более мелким таймфреймам, да, и посмотреть на текущую ситуацию, которая у нас есть сейчас, то есть мы видим, что в случае нырка к очень, так сказать, серьезным минимумам, у нас канадский доллар сразу же продается, и мы уходим назад вверх. Действительно сейчас, в принципе, если в целом глобально пересмотреть, то конкретно текущая ситуация на сегодняшний день, в связи с тем, что у нас немного укрепилась нефть, да, я думаю, шансы у канадского доллара показать какую-то коррекцию будут. Да. То есть в текущих уровнях, скорее всего, этот рост дальше продолжаться не будет. Да, поскольку мы с вами делаем ставку на то, что вполне спокойно сейчас у нас с вами нефть будет продолжать рост, поэтому я думаю, в принципе, шансы на рост канадского доллара также у нас, в принципе, есть. Поэтому с этой точки, я думаю, у нас будет какая-то небольшая коррекция, какой-то небольшой откат, да, вот, вот в таком вот плане. Либо будет новость, которая, в принципе, подтолкнет канадский доллар наверх, да, в нашем случае валютную пару вниз. Поэтому, в принципе, с этих уровней, я думаю, что и будет постепенно у нас уже развиваться какая-то коррекция. А ближайшим сопротивлением у нас будет выступать уровень 37,9, да, от него, скорее всего, и будет весь экшен проходить. Выше него нас пускать не должны, да, поэтому и от него, я думаю, можно и присмотреть продажи. А, вот, целевыми ориентирами, куда мы можем с вами падать, это будет выступать где-то вот наша с вами ранее сформированная зона. Как видите, такая вот консолидация, от которой мы ранее с вами уходили, то есть примерно в сторону 32.90 мы, в принципе, можем с вами спускаться. То есть здесь как минимум 4 фигуры падения у нас с вами есть, да. Поэтому я думаю, что в ближайшее время канадский доллар, соответственно, покажет себя достаточно с хорошей стороны и постепенно будет укрепляться. Опять же, стоит обратить внимание, в каком состоянии будет доллар. Если доллар будет стремительно расти вверх, я думаю, здесь будет не снижение валютной пары, а просто будет флэт, да. То есть будут какие-то колебания, здесь мы будем просто стоять на одном месте. Если американский доллар будет плохо себя чувствовать, да, немножко кашлять, тогда, безусловно, сможем пробить этот ближайший уровень поддержки, который сформирован на уровне 36.45, 1.36.45. Успешно закроемся ниже него и уже дальше, дальше, дальше вниз. А, да, давайте, Александр, посмотрим, что у нас по канадскому доллару. Основная проблема с опционными уровнями, которые есть по канадскому доллару, заключается в том, что канадский доллар у нас торгуется в виде фьючерса, да, и валютная пара у нас является доллар-канадский доллар, понимаете, то есть за 1 доллар дают
1,36 канадских долларов. В нашем случае с фьючерсом за 1 канадский доллар дают столько-то американских долларов. Поэтому у нас котировка обратная на фьючерсе и немножко сложно пересчитать. А сейчас, в принципе, давайте я посмотрю, какая ситуация у нас с вами есть на данный момент по канадскому доллару непосредственно на опционах, да, какие объемы у нас с вами есть непосредственно на текущий момент. Сейчас открываю, давайте посмотрим, в частности, ответ, Александр, на ваш вопрос. Итак, если валютная пара у нас растет, буквально дайте мне секунду, значит, канадский доллар. Так, значит, ну, ближайший уровень, который, в принципе, может сдержать весь этот рост, находится, сейчас вам скажу. Сейчас. Так. Сейчас, секунду. Если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, отпишитесь, чтобы я сразу же потом на них ответил, чтобы не тратить время на формирование вопросов. Итак, сейчас. Сейчас, коллеги, практически подсчитал. Но я думаю, этот опционный уровень будет находиться достаточно далеко. Не думаю, что он что-то внятное подскажет. Находится наш ближайший опционный уровень. Сейчас. Так, секунду. Сейчас посмотрю более точно, чтобы принести это все на Форекс. Ага, 7.50. Так. 38.40 ближайший опционный уровень находится по канадскому доллару сверху. Давайте более четко. Вот наш с вами ближайший опционный уровень по канадскому доллару. Вот где он у нас находится. На текущий момент это цена 38.40. То есть от нее, в принципе, и может быть отскок. Да, вот, как видите, наша валютная пара доллар-иена немного откатилась. Да, то, что как раз-таки я вам говорил. А, видите, как хорошо и чудесно получилось. Подошли мы с вами к цене 13.20, да, и от нее успешно откатились, да. Думаю, до конца пятницы, в принципе, можно без убыток сделать. Ну и посмотрим, как мы закроемся. Вот, так, значит, по канадскому доллару. Так, коллеги, по канадскому доллару. Значит, ближайший опционный уровень сверху находится по цене 38.40, да, то есть это та зона, которая может нас остановить. Но, ну, вы сами видите, что к ней еще очень и очень далеко. То есть, как минимум, 110 пунктов нам к ней ползти, да. Но, в принципе, я не думаю, что это такая непосильная задача для канадского доллара, при том, что он в течение текущей недели, ну, показывал, да, достаточно хорошие импульсы. А именно мы открыли с вами по 36, ну, от максимума, вот, ну, смотрите, 140 пунктов показывали. Поэтому, в принципе, я думаю, к этому уровню вполне спокойно с вами можем подойти. И от него, в принципе, уже будет более-менее внятная, фундаментальная, хорошая продажа. Да? До этого момента, ну, по опционным уровням я, честно, не вижу, да, какой-то хорошей продажи, которая могла бы быть. Да, поэтому уровень 38, поэтому этот уровень сохраняем. Давайте посмотрю, возможно, будет что-то поближе. Так, секунду. Так, 0. Я просто, ну, в своей практике, ну, не использую, не торгую канадским долларом. Проблема заключается в том, что по нему достаточно большое, вернее, достаточно малое количество каких-либо данных у нас с вами есть, да.
Поэтому, соответственно, в него я и не лезу. Да? Так, 0,72, 54. Угу. Так, один. Вот, 1,3785. Вот. Давайте отметим следующий уровень, который у нас с вами получился. 1,3785. Самый ближний, который у нас с вами есть. Ну вот, в принципе, на текущей неделе он нашу всю, так сказать, активность и снижает. Поэтому, в принципе, локально, думаю, будет удерживать. Сейчас вам покажу по объему. Не сильно обращайте внимание на цифры, потому что, еще раз напоминаю, это канадский у нас с вами доллар, да, и, соответственно, на канадский доллар мы, соответственно, с вами и смотрим. Итак, еще раз показываю вам объемы. Вот, текущая ситуация. Последний уровень 1.3785, который мы с вами начертили, вот этот максимум, да, 1.3785. А в нашем случае это вот будет по фьючерсу цена 1.0.7350. Следующий за ним это вот этот наш с вами уровень 1.0.73. Как видите, по ним есть объемы, но они незначительные. В принципе, вот этот максимум до конца как минимум текущего месяца и будет сдерживать пока что весь этот поток. Да? Но, честно скажу вам, ситуация такая, что объем есть, да, но он не совсем значительный. Да? Поэтому, если пробьют этот максимум 37,85, тогда однозначно вверх, вверх, вверх. Но пока что на данный момент торгуемся ниже него. Как видите, этот опционный уровень удерживает и достаточно успешно. Вот, поэтому обратите взор на ближайший опционный уровень 37,85, и от него можно будет присмотреть хорошую продажу. Так, смотрю на ваши вопросы. Так, не заговорился ли я? Так. Сейчас, секунду, коллеги. У валютной пары доллар кат очень жесткий deep flat. Ну, валютная пара доллар кат достаточно такой интересный, сложный инструмент. Да? Почему? Потому что здесь в моменте, так сказать, влияют сразу же два фактора. В первую очередь это нефть. Да, а во вторую очередь это уже доллар, да, поэтому эти два фактора бывают, идут в одну сторону, то есть и доллар укрепляется, и нефть укрепляется, но бывает ситуация, когда в моменте одно укрепляется, другое нет, и у нас полная несогласованность одного инструмента с другим, и валютную пару доллар кат просто разрывает в клочья. И там уже понять, куда мы с вами двигаемся, куда мы с вами идем, достаточно сложно. Александр, по вашему утверждению, что вы присматриваетесь к цене 1.3750 уже неделю где-то на продажу. В принципе, от цены 37.85 можно сделать продажу. Выше этого уровня уходить мы не должны. Поэтому выше по цене 37.85 можно такую продажу и будет сделать. Там с небольшим стопом, если будет кидать, то скорее всего к этому уровню и будут пытаться забросить нашу цену. Поэтому от нее и такую продажку можно будет сделать. Да? Кто заходил со мной вместе в валютную пару доллар-иена, в принципе позицию можно удержать до конца дня. Я думаю, что в принципе будет все окей. Если будут сдавать нервы, то где-то посмотрите по авточертисту, есть ли шансы на дальнейший рост, да, по временным интервалам. И уже для тех, кто не будет хотеть сидеть в сделке, да, просто-напросто выпрыгиваете, да. Такую сделку сделали сейчас с вами, как видите, нашу с вами отложечку взяла. Посмотрим, как мы закроемся до конца дня и какая динамика будет дальше. Вот, в принципе, по валютной паре доллар-кат я вам объяснил, да. Падать, в принципе, есть куда, да, как минимум в сторону 34-й фигуры, где-то в эту зону, в принципе, вполне спокойно можем с вами снижаться. Так, коллеги, у кого еще есть какие вопросы? Все так прям наш активно выкладывают информацию. Все так за акцию взялись. Видела, да? Угу. Не говори. Короче, у меня у родственников пасеки. Как я так же сказал.
Ваши зашли бумаги. Вот это неплохо. Но они же вкладывают. А не вас не жить можно. И тоже их, а? А что? Так, коллеги, вижу, вопросов уже больше нету. Да. Я думаю, ответил на все ваши вопросы. Да. Тогда в таком случае на сегодня, в принципе, у нас все. Все, что хотел вам рассказать, рассказал, да. Донес основные свои идеи и информацию, которая была у меня. Вот. На сегодня все. Желаю вам прибыльных сделок. Остаемся, в принципе, в сделках, которые были сформированы ранее. Вот. Также напоминаю, что ежедневно обзоры проходят. Всех вас приглашаю. Буду однозначно ждать. И также на ежедневной основе буду и дальше проводить эти обзоры. Поэтому на сегодня всем спасибо за внимание. В Ютубе также можете смотреть мои записи ежедневные после нашего обзора с вами выкладываю. На сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание, за ваше мнение, за общение. И желаю вам прибыльных сделок и поменьше ловите лосей. Всего вам доброго, хороших выходных. До свидания. Пока.